приветствую вас, мои дорогие, на моем канале Ольга Свон. Тема сегодняшнего ролика – топ-5 ароматов на каждый день. И, как мне кажется, для повседневной жизни нужно выбирать более легкую парфюмерию, туалетные водички, которые не будут нас напрягать и окружающих нас людей. Это очень важно – заботиться не только о себе, но и о других. Поэтому я выбрала более такие легкие ароматы, но стойкие, потому что парфюмерия должна держаться долго, как мне кажется. И начну свой рассказ вот с этого аромата Irene Ajay Blossom. Мне он очень нравится. Это самый легкий аромат моей коллекции. Я обычно беру его с собой в лето, даже жаркое лето, потому что он очень легкий, невесомый, такой как вот дуновение ветерка. Классно играет в волосах, и я его прям рекомендую, девочки. Вообще все ароматы в этой линейке такие заманчивые. Но цены, конечно, кусаются, должна сказать. Давайте поближе познакомимся. Это цветочно-древесный мускусный аромат. Верхние ноты вербена, бергамот и мандарин. Средние ноты африканский апельсиновый цвет, нероли и жасмин. И база мускус, сандал и ветивер. Вот для меня это такой все-таки цитрусово-легкий аромат, освежающий. Повторюсь, он очень стойкий, благородный, дорого звучащий, шлейфовый. Супер вообще аромат. Вот, девочки, я рекомендую. Флакончик очень красивый. Смотрите, какая крышечка. Далее. Чирути 1881. Так, сюда поставлю. Большой флакончик у меня. Вот такой. Для меня это аромат цветущего сада или букет цветов. Таких весенних. Он одновременно яркий, но в то же время тонкий. Перенасыщен вообще цветами, но это плюс скорее в этом аромате. С ним хочется, правда, улыбаться. Приятная стойкость у него средняя, где-то 6 часов он держится. Ну, могу только хвалить его. Давайте поближе познакомимся. Это цветочный аромат. Верхние ноты мимоза, ирис, роза, фрезия, фиалка, ландыш, жасмин и бергамот. Средние ноты ромашка, ирис, нарцисс, герань, гальбану, кориандр, жасмин, розовое дерево, цветок апельсина, тубероза и база мускус, сандал, кедр, амбра и ваниль. Прекрасно вообще. Я буду рекомендовать, наверное, постоянно, потому что хорошая водичка очень. Хорошо звучит. Шлейф, все в нем прекрасно. Стойкость средняя, уже говорила. Ну, я думаю, что на каждый день подойдет. Далее у нас Аджмал Shadow. Моя недавняя новинка в коллекции. Вот такой интересный флакончик. Здесь сухие цветы внутри. Здорово выполнено. Это восточный аромат. Восточный бренд. И в нем присутствует некая такая, знаете, восточная какая-то сказка такая. Он вроде бы легкий, но в то же время что-то такое восточное в нем есть. Мне это нравится, какая-то такая загадочность, красота восточная. Это восточный цветочный аромат. Верхние ноты лаванда, нектарин и розовое дерево. Средние ноты пачули, орхидеи и база мускус, серая амбра. Как ни странно, на блотере он раскрывается более таким тяжелым ароматом. Там пачули слышно хорошо. На мне пачули вообще не раскрывается. У меня холодный тип кожи. На мне хорошо слышится нектарин и розовое дерево. Верхние ноты. Поэтому для меня это такой нежный, приятный, такой легкий. Но в то же время он очень стойкий. И буквально двух пшиков хватит вам, потому что розовое дерево, оно здесь такое прям довольно настырное, что ли, и такое ярко выраженное. Вот так, наверное, лучше сказать, ярко выраженное. Нота розового дерева. И поэтому он может немножко понадоесть, то есть с ним можно переборщить. Поэтому двух пшиков будет более чем достаточно. Но он красивый, такой загадочный, женственный, немного сексуальный даже. Стойкий, шлейфовый, то есть все в нем прекрасно, девочки. Поэтому тоже вам, конечно же, рекомендую. Далее, Eclat Mademoiselle от Oriflame. Прекрасный тоже аромат для весны, для лета, на каждый день, легкий.
Вот он никого не утомит, абсолютно. Ни окружающих людей, ни вас. Такой запах весны, цветущего сада. Прекрасно вообще. И на каждый день, и на какой-то выход тоже подойдет. Для любителей таких легких, невесомых цветочных ароматов. Это цветочно-фруктовый аромат, верхние ноты фрези, яблоко, груша, средние ноты гибискус, жасмин и роза, и база мускус, палисандр и амбра. Прекрасный. Стойкость средняя, кстати, у него 5-6 часов он держится, шлейф неплохой. Нота Reflame, только водичка, довольно бюджетная, поэтому он, конечно, не очень стойкий, и шлейф тоже такой средний. Но я вам рекомендую именно каждый день. Из-за его легкости такой, невесомости и цветочности приятной. И еще один аромат от Reflame, Eclat Mon Parfum. Такой флакончик интересный. Очень красивый. Он одновременно легкий, но в то же время стойкий, такой заметный, яркий, узнаваемый, шлейфовый. Очень женственный, и для меня это аромат француженки. Утонченный, стильный, такой прекрасный. Это шипрово-цветочный аромат, верхние ноты. Лист фиалки, груши и розовый перец. Средние ноты корень ириса, белый ирис и гелиотроп. И база, миндаль, мускус и пачули. Я хорошо в нем слышу ирис. Ирис, груша, розовый перец, на мне раскрывается. Вот ирис. Такой запудренный слегка, очень приятный, поэтому, девочки, тоже буду вам его рекомендовать. На этом все, спасибо за внимание и до скорых встреч, пока-пока!